Привет, дорогие друзья, дорогие любители футбола, болельщики, ставочники, прогнозисты. Меня зовут Егор Дергачев, рад приветствовать абсолютно каждого из вас в своем видеоблоге. Ливерпуль в прошлом туре получил такую смачную оплевуху, смачную пощечину от Тоттенхэма на выезде. И сейчас подопечным Юргена Клоппа нужно как-то реабилитироваться перед своими болельщиками. И, в принципе, соперник подстать этой реабилитации. В очередном туре, в 10-м туре АПЛ, Ливерпуль у себя дома будет принимать, наверное, самую трудно выговариваемую команду английской футбольной премьер-лиги Хаддерсфилд. Мне кажется, что по раскладу сил все здесь абсолютно понятно. Ливерпуль должен побеждать абсолютно уверенно. И если у большинства команд на следующей неделе, среди недели матчи Лиги Чемпионов с серьезными соперниками, то Ливерпуль у себя дома будет принимать Марибор. И я думаю, что там все 10 мячей, все славянской ворот вполне себе могут влететь. Поэтому тут я предлагаю поставить на то, что Ливерпуль победит с разницей в 1,5 мяча, коэффициент 1.66. Пусть не самый большой коэффициент, но ставка очень и очень хорошая. Я буду удивлен, если она не зайдет. Я уже как-то говорил, что я голым побегу по проспекту, и похоже, мне это придется сделать. Но я не знаю, что должно случиться, чтобы Ливерпуль не выиграл с разницей в 1,5 мяча. И если вы думаете так же, то ну не скупитесь, поставьте лайк под этим видео и подпишитесь на мой канал. Обязательно добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочки вы найдете в описании под этим роликом, а чуть ниже в комментариях. Обязательно пишите ваши варианты ставок на матч с участием Ливерпуля.